Всем привет! У нас сегодня, надеемся, будет в этом году крайнее видео с елкой на фоне. Будем убирать елочку. И, естественно, это видео не могло быть снято без нее. У нас сегодня пришел пакетик с последними подарочками новогодними. Наконец-таки все. Теперь мы получили все ото всех. Это подарочки для Ксюши. И сейчас мы посмотрим, что же до нас дошло. Первое, это у нас вот такая вот волшебная пони, я так понимаю, принцесса из пони, которая, да, превращается она. И сейчас посмотрим. Это Ксюша обожает таких персонажей, прям. Это то, о чем она мечтала, что ей нравится. Покажи зрителям, какая куколка. У нее туфельки. Они снимаются. Волосы вот такие. Очень густые волосы. У нее есть ушки. Она же пони. Да? Наверху. Да, она же пони. Платьица снимается. Мы сможем связать или шить какое-то платьице нашей куколки, да? Угу. Классная? Спасибо за подарочек, нам очень понравилось. И еще один просто мега-бомбовский подарок, да? Вообще, крутыш. Та-да-да-дам! Что бы вы думали, что это такое могло прийти? Это косметика для красотки Ксюши. Вы только посмотрите, тут палетка с невероятным количеством. Просто. Ксюш, ну-ка, давай-ка посмотрим. Ай, классно, классно. Есть помады, есть тени, румяна. Это вообще бомба. Просто... Мама. Да, куколка. Ксюша, это невероятно просто. Ксюша, ты рада? Да. Да, и сейчас, ну, чтобы вы понимали, это все настоящее, но... Все совершенно, совершенно натурально. Всем спасибо за подарки. Да, Ксюш? Спасибо. Всех с наступившим Новым годом. Ксюш, что пожелаем в Новом году? Здоровья, счастья и мудрости и красивости. Красоты. Красоты. Здорово. Всех с Новым годом. А вы подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки и подпишитесь на канал. Все, всем пока-пока!